25 сентября в столице пройдет стильный мотозабег. Все подробности узнаем прямо сейчас. Классические пиджаки, накрахмаленные рубашки, элегантные галстуки-бабочки и мотоциклы. Уверены, что такое сочетание вы не видите часто. Кишинев Gentleman's Ride объединяет эти понятия воедино, дав возможность насладиться жителям и гостям столицы поистине стильным мотозрелищем. 25 сентября, начиная с 10 утра, десятки мотоциклистов, одетых изумительно хорошо, с иголочки, сядут на свои мотоциклы и приедут на старт Kishinev Gentleman Ride. Это в этом году будет уже второй Kishinev Gentleman Ride. И люди проедутся по маршруту, по городу, спокойно, в красивой колонне. И покажут, что мотоциклисты – это очень образованные, культурные, стильно одетые люди, джентльмены. Помимо повышения культуры вождения, мероприятие проводится и в благотворительных целях. И все собранные от участников взносы пойдут в помощь 20-летней Насте Филипповой в ее борьбе с раком. Если вы также колесите по городу на мотоцикле, у вас еще есть возможность зарегистрироваться на странице мероприятия в Фейсбуке, которую вы видите на ваших экранах. Идея возникла у австралийцев в 2012 году, когда просто группа энтузиастов, которые решили изменить стереотип о мужчине на мотоцикле как о брутальном, наглом, хамовитом участнике дорожного движения в пользу более культурного образа. И они сели на свои классические мотоциклы, оделись в красивую классическую одежду и проехались по городу. Это было весело, это подхватилось во всем мире, и начиная с 2013 года, с каждым годом увеличивается количество городов, которые в этом участвуют. В программу мероприятия входит, естественно, сам мотопробег молдавских денди, фотосессии в местах их остановок, а в финальной точке, что на пешеходной улице Диардице, состоится выставка уникальных байков. Завершит все конкурс на мистера и мисс Gentleman's Ride 2016. Так что интересно будет не только участникам пробега, но и зрителям. Я не всегда был мотоциклистом, у меня, может, необычная такая судьба. Я не гонял на восходах, на Минсках. Вот. Я вообще всегда к этому относился очень негативно. Вот. Но тот момент, когда я первый раз попал в Индию, мне пришлось сесть на мотоцикл, потому что там это единственный возможный способ передвижения, нормальный. Вот. И я научился ездить там на маленьком таком мопеде. Через 2 года я купил свой первый мотоцикл. На нем до сих пор езжу. Вот. Через год я купил еще один мотоцикл для более дальних путешествий, комфортный. И вот это мой третий мотоцикл, совершенно другой. Вот, я так называю его мотоцикл выходного дня. В данном марафоне мы участвуем, и я конкретно почему, потом показать и доказать людям, что мотоциклисты могут быть цивилизованными, культурными. И кроме этого, то, что двухколесные средства передвижения, можно использовать его и каждый день, и идти на работу, и в костюме, и в туфлях, не обязательно, это вот кожаная куртка и рваные джинсы. Этот марафон будет посвящен не только посвящен всем мотоциклистам, но плюс к этому мы поможем одной девушке, Анастасии Филиппов, которая больна раком. И потому всем парням, которые придут на 25 сентября, рекомендуем, чтобы они из своего сердца вносили какую-то там, не знаю, сумму денег для помощи этой девушке. Итак, напоминаем, мероприятие состоится 25 сентября. Двухколесный пробег красоты стартует с бульвара Дачия 47/6, а последней остановкой станет пешеходная улица Диордице. Дресс-код для участников официальный и элегантный. Подобные пробеги проводятся по всему миру и неизменно собирают множество желающих и зрителей. Не исключением стала и Молдова, где стильных и культурных людей с каждым днем становится все больше.